Всем привет, меня зовут Бибой Бутуз, я представляю команду Predators, и сегодня мой урок на проекте Break Advice. Итак, это три вариации элемента для тех, кто уже умеет свайпс. Сейчас вы увидите вариант с двумя ногами. Также вы можете переставлять ноги по очереди. Следующая вариация – это свайп через одну руку. Вот как он выглядит. Чтобы сделать эту вариацию, вам нужно понять два принципа. Первое – это то, что ваша нога и ваша рука должны встать в одну параллель. Вот. С этого положения вы должны развернуться на 180 градусов и поставить руку. И только после этого вы отрываете свою левую ногу и возвращаетесь в исходную позицию. Эти два принципа и являются основополагающими в этом элементе. Итак, запоминаем. Первый принцип – это поставить ногу и руку на одну параллель. Затем развернуться на 180 градусов и только после этого оторвать левую ногу от пола. Ну и последняя разновидность этого элемента – это моя вариация, которую я назвал Air Swipe. Сейчас я покажу, как она выглядит. Смотрим. Но объяснять я ее не буду, так как это моя личная вариация. Будьте оригинальными, придумывайте свои разновидности элементов. Всем удачи, оставайтесь на связи. Break Advice.